Рекламной паузы выше хоккейной лиги. Русская классика еще не скоро. Поэтому ТХК Липецк и Твери в большинстве сейчас. Корсунов шайбой. Бросок. Литвинов выкатывает, сокращает угол обстрела и парирует шайбу. Контроль за ТХК остается. Скидка до Перова и 1-1. Классное подключение защитника ТХК на дальнюю штангу. Классная передача на нее же. И большинство реализовано.